триумфе прошли всероссийские соревнования по масс-рестлингу, посвященные памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. За призовые места боролись 86 спортсменов из 22 регионов. За состязаниями наблюдали мои коллеги. На соревнования в Люберцы приехали спортсмены из Хабаровского края, Северной Осетии, Свердловской и Московской областей, Чувашии, Ямало-Ненецкого автономного округа и, конечно, Республики Саха-Якутия. Здесь масс-рестлинг – национальный вид спорта. Михаил Погорельцев выступает за Калужскую область. В школьные годы занимался триал-спортом и пауэрлифтингом. 10 лет назад увлекся борьбой. С годами занятий спортом я пришел к выводу, что это, наверное, единственный вид спорта, где моя антропометрия мне помогает. Масс-рестлинг – силовой вид спорта, который все-таки дает очень хорошую базу общего развития. Потому что работает абсолютно все. Я почувствовал, что мышцы есть там, где я не знал, что они могут быть. Закария Шиёка со спортом на «ты» с ранних лет. Переехав из Анголы в Россию, заинтересовался масс-рестлингом. И за 3 года увлечение переросло в любимое дело. Ну, самое трудное, я бы сказал, это выносливость. И сильный хват тоже, конечно, влияет очень сильно. Многофункциональный вид спорта, я бы так сказал. Где работают все группы мышц, и спортсмену нужно быть прям подготовлен ко всему. Потому что борьба может идти до 2 минут, и это очень сложно. Соревнования посвятили памяти легендарного советского борца, первого олимпийского чемпиона из Якутии Романа Дмитриева. Заслуженному мастеру спорта СССР в этом году исполнилось бы 75. Благодаря Роману Михайловичу узнали весь мир, что есть народ Саха. Есть Якутия. В 57 странах мира проводят чемпионаты. Каждый год в разных регионах проводим соревнования. И если идет хорошее развитие, это мы сразу поддерживаем. Ну, в первую очередь хочется выразить благодарность руководству Всероссийской Федерации масс-рестлинга, то, что они одобрили городской округ Люберцы. Масс-рестлинг в Люберцах развивается стремительно, мы набираем обороты. И в следующем году обязательно ждем проведения чемпионата России 2025. В округе масс-рестлинг развивается с 2018 года. В него вовлечены более 200 люберчан. Сильнейшие спортсмены будут отстаивать честь городского округа на чемпионате России, который проведут с 12 по 14 апреля в Санкт-Петербурге. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.